Всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ Регион» продолжает свою работу. Для участников и гостей конкурса организована насыщенная образовательная программа. О том, насколько важен мастер-класс для журналиста, какая тема стала основной, на этот день узнавала Альбина Ламкова. И даже проливной дождь никому не испортил настроение, потому что ТЭФИ – это мечта каждого телевизионщика. Мастер-класс от профессионала – неоспоримый опыт. Елена Афанасьева выступила в роли лектора. Она медиа-аналитик с огромным опытом, журналист и писатель. 18 лет вела культовую программу «Телехранитель» на радио. 15 лет была одним из топ-менеджеров Первого канала. Возглавляла дирекцию креативного планирования. Ведущая канала ОТР на радио, ведущая «Серебряный дождь». Человек, который знает медиаиндустрию и которого эта индустрия уважает. Обмен мира информации мчится с большой скоростью, поэтому ни одно медийное образование, что факультет журналистики или факультет медиакоммуникации, практически не успевает за стремительностью изменений. Поэтому задача приглашенных практиков и членов жюри, проводимых на мастер-классе ТЭФИ Регион, дать своим региональным коллегам ритм мирового телевидения, отметила Елена Афанасьева. Она уделила большое внимание тому, как меняются жанры документалистики и просветительских программ, чему практически не учат на факультетах журналистики этого формата. Но на этом работает практически все мировое телевидение. Этой теме Елена Ивановна посвятила и написала книгу. С самого первого года участвую, уже 22-й год в ТЭФИ, 21-й год в ТЭФИ. И, во-первых, на моих глазах резкий рывок развития региональной журналистики произошел. И вот не хватает как раз именно умения упаковать свое содержание, придать ему правильную форму, разграничить жанры. Очень часто на региональном телевидении получается одна большая передача. А правильно выбрать нужный формат нужно в нужном жанре. Стать журналистом-профессионалом, что в первую очередь? Желание. И желание работать много. Не думать о том, что у тебя выходной, закончился рабочий день, это журналист. И эти понятия несовместимы. Заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Регион Тюмень» Наталья Макарова и компания, которую она представляет, не впервые принимают участие в конкурсе. В копилке ее наград отмечено лучшее операторское мастерство, а в прошлом году местная итоговая программа стала победителем. В этом году мы решили снова попытать удачу. Мы выставили снова программу «Местное время воскресенье», но уже с другим автором. Выставили в номинации «Репортер», «Репортаж», 7 работ от телекомпании. Мастер-класс – это очень важно, но когда идет общение непосредственно с участниками конкурса, в том месте, где проходит конкурс, вот сегодня мы побывали в горах, я побывала в горах первый раз, и вот это вот ощущение, когда мы вот банда, мы действительно четвертая власть в хорошем смысле этого слова. Общение коллег и обмен опытом, конечно же, важно и неоценимо. Но помимо образовательной программы, журналисты были вдохновлены нашей природой. И не только. Впервые я в Черкесске на Северном Кавказе. Я просто впечатлена. Ваши горы, ваша потрясающая природа. Я сама с Байкала, можно сказать, но здесь просто потрясающе. И тем более ваше гостеприимство. Мне все очень нравится, все очень вкусно, все очень колоритно и здорово. Для участия в первом этапе конкурса приехало 100 телевизионных журналистов из разных городов России. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.